И нас просто к этому подготавливали вот 17 апреля, да, вам об этом говорили, просто специально. Ну, тут я не знаю, что можно, какой дать комментарий или ответ на этот вопрос, но это позиция там, Хакамада, может быть, кого-то еще. Вот вы смотрели встречу? Да, я смотрел встречу, смотрел новости, которые потом было довольно большое количество обсуждений. Я доверяю президенту Российской Федерации. Вот, хочу сказать, что за время своей работы на посту главы государства, председателя правительства, если мы внимательно проанализируем, то увидим, что он не дал повода сомневаться в том, что его слова расходятся с делами. Это очень важное качество.